По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе дан старт проекту «Чистое Подмосковье». В рамках этой программы проводятся рейды по профилактике правонарушений несанкционированного выброса отходов. В связи с этим сформированы оперативные группы, которые осуществляют дежурство на землях лесного фонда, в частном секторе и вдоль автомобильных дорог. Сейчас в Ленинском районе в ежедневном режиме работают по 3 оперативные группы. Данные рейды проходят с участием администрации, органов административно-технической инспекции, ГИБДД и дорожной инспекции. Вот зачастую мы наблюдаем такие вещи, что вот вчера буквально на этом месте ничего не было, а сегодня уже навалы. Этот промышленный мусор на 29-м километре Каширского шоссе сбросили в наглую белым днем. Утилизировать мусор по всем правилам долго да и дорого. Вот и выбрасывают, где придется. Люди просто не хотят вывозить на полигон, потому что полигоны практически в Московской области сейчас сосредоточены в удаленности более 100 километров. И цена на вывоз ПГМ, соответственно, дорогая. И вот многие зачастую этим злоупотребляют. Вывозить мусор удовольствие не дешевое, но и штрафы за его сброс тоже не номинальные. Если человек просто выбросил пакет, то его, как физическое лицо, оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч. А уже за крупногабаритный мусор юрлицам выпишут штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Однако на свой страх и риск люди продолжают мусорить, а муниципальные власти убирать этот мусор. Но сколько бы администрация не занималась ликвидацией таких несанкционированных свалок, если люди не научились сами следить за чистотой в том месте, где проживают, то порядка не будет. Давайте остановим этот беспредел вместе. Если вы неравнодушны, если вам не все равно, где гуляют и играют ваши дети, если вам важно, чем они дышат и чем будут дышать, редакция «Видновских вестей» и телеканал «Видное ТВ» приглашают вас присоединиться к областной программе «Чистое Подмосковье». Вместе мы легко наведем порядок на нашей земле. Если вы увидели несанкционированную свалку, кучу мусора, наконец, просто неопрятное и неухоженное место, которое позорит наш район, сделайте фотографию или снимите видео любым удобным вам способом на фотоаппарат, планшет, телефон и присылайте ее нам на электронную почту вести@sme-видное.ру. Давайте вместе будем искать виновных и привлекать их к ответственности. Вместе сделаем наше Подмосковье чище.